Из нынешнего выпуска 7-го по счету выпустился 798-й учащийся. Церемонии вручения дипломов в МАДИ придают особое значение, ведь документ о высшем образовании – это начало нового этапа в жизни вчерашних студентов, отмечают преподаватели. Поздравляю вас с тем, что вы стали специалистами в таких важных областях, как дорожное строительство, автомобилестроение. Это важно не только для нашего региона, но и для России. Я рад, что окончил университет с отличием, но на этом моя работа не заканчивается. Я поступлю в головной вуз МАДИ, где продолжу обучение. В конце вернусь в город Сочи и будем развивать этот город вместе. Поздравить ребят с окончанием вуза приехал и бывший выпускник МАДИ, ныне депутат Госдумы Казбек Тайсаев. МАДИ – это выдающийся институт, начиная с Великой Отечественной войны, с дороги жизни, которую наши выпускники построили, более 500 тысяч человек вывезли из блокадного Ленинграда, вы об этом знаете. Так что у нас славные традиции у нашего института, и вот как слова нашего гимна «МАДИ есть», был и будет всегда. Сочинский филиал МАДИ готовит кадры в тесной связи с Федеральным управлением Черноморья, Краевым Минтрансом, Управлением автодорог Сочи. Студенты МАДИ имеют возможность проходить производственную практику с самого начала обучения. Благодаря такому сотрудничеству студенты института принимали участие в строительстве всех объектов транспортной инфраструктуры Олимпийского Сочи. Сегодня же студенты в составе стройотрядов участвуют в возведении Керченского моста. Что же касается выпускников 2016, то их уже ждут большие стройки. Такие специалисты, когда приходят, то проще с ними работать и, наверное, представителям подрядных организаций, представителям заказчиков, и нам тоже в Федеральном дорожном агентстве. Ребята с выбором профессии не ошиблись, подчеркивают наставники. Отрасль, в которой они будут работать, сегодня динамично развивается. И посмотрев только на Сочи, можно понять, что можно сделать, обладая знаниями, которыми теперь наделены выпускники МАДИ. Желайте учиться, трудиться, а главное, чтобы вы были счастливы и здоровы. Ждем вас всегда. Ольга Десятова, Инга Габеша, Александр Овсецин, телекомпания ФКТ.